В Рыбнице обновился автопарк. Два новых немецких автобуса вышли на рейс. Работать они будут для льготной категории граждан. Просторный салон и мягкие сиденья, но самое главное – специальный пандус для колясок и людей с особенностями здоровья. Ходит автобус три раза в день – в 7 и 9 утра, а также в час дня. Маршрут объезжает все социально значимые объекты города. Мы ездили на таком автобусе, поломанным. Двери не открывались. В общем, ужасно много людей было, все не помещались. А это прямо сказка для нас, автобус. Площадка удобная, что можно выходить, не все же могут. Вот болит колено, допустим, нельзя согнуть его, да? А тут как раз хорошо. Рассчитана высота нормальная для таких людей, которые вот суставы больные. В среднем в день один автобус перевозит до 400 человек. Проезд бесплатный для пенсионеров, инвалидов и школьников.